Дамы и господа, перед вами ведущий методист музея-заповедника Гатчина Антон Ананьев. Он находится в комнате Ротари. Пьетро Антонио Ротари, модный художник 18 столетия, был уроженцем Италии, успел поработать при Саксонском дворе, а в царствовании российской императрицы Елизавета Петровна приезжает в Россию, становится придворным художником. В царствовании Екатерины II он умер, и императрица выкупает все его наследие, что осталось в его мастерской, около 400 портретов. И из этих сотен портретов 25 она подарила своему фавориту Григорию Григорьевичу Орлову, первому хозяину Гатчинского дворца. Когда дворец был уже практически отстроен, и Григорий Орлов наполнял его различными коллекциями, то вот эти работы кисти Ротари прибыли также в Гатчинский дворец-замок. Изначально они находились в разных комнатах, но впоследствии были перенесены в это помещение, которое с тех пор и называется комната Ротари. А сам Ротари в первую очередь был популярен благодаря своим сентиментальным идеализированным портретам. На них, как правило, он изображал молодых девушек, юношей и часто в традиционных славянских нарядах, поскольку являлся знатоком славянского наряда, костюма.